благословение патриарха Кирилла. Бесплатно приобретайте, как раз вот для ваших глаз, смотрите, по благословению Кирилла. Все, спасибо. У вас выход в интернет имеется? Нет. Святое Евангелие бесплатно православная церковь распространяет. Приобретайте Слово Божие, чтобы приобрести вечное спасение. Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Приобретайте Слово Божие. Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Православная церковь распространяет Святое Евангелие, Слово Божие, Священное Писание. Приобретайте, если хотите, приобрести вечную жизнь, вечное спасение. Святое Евангелие бесплатно. Выпущено по благословению патриарха Кирилла. Быстро по телефону, надо же разговаривать. Ну да, у него не больше. Он же это, ну все, я отошел, ушел и пошел куда-то там. Всегда он там. Он говорит, вредно, это на самом деле вредно. Больше 2 минут, вот это вот долго. Да, да. И я хотела с ним лично поговорить, не по телефону. А потому что есть? У меня сложно. Нет, у нас нет. Мы бедненько живем. Мы такие бедные, простые люди, много нас. Ой-ой-ой. Вот. И как бы это... Зайти я не могу с этими силами своими. Ребенок у нас попал в реанимацию. Настя, Анастасия, покрестили мы. Я вот у него начала спрашивать там про крещение, про все. Потом здесь, с этого храма, отец как правильно? Сергий? Да, отец Сергий. Отец Сергий покрестил ее в реанимации. Она может умереть. Девочка. А здесь священник какой именно отец Сергий? Как у него фамилия? Знаете, не Беляев? Беляев, да, Беляев. Да, Беляев. Вот. Он ее в реанимацию покрестил, и мы это. И вот сейчас нужна операция ей. Новосибирск. Вот я жду уже неделю документы написала. Если операцию в Новосибирск возьмет, там порог сердца, то мы поедем туда на операцию. Сейчас молятся, и они тоже помолились. Помолитесь за Анастасию, она крещенная все. Отец Сергий, он ее покрестил. А сколько ей сейчас? Ой, еще 40 дней нет у нас. Вот. Ну, ей 26 декабря она родилась. 8 баллов выставили, хороший ребенок. А 31 нас домой отпустили на Новый год после обеда с роддома. А на 1 число у нее она посинела резко. И определили порог сердца очень сложный. Очень сложный. И сказали, она умрет за один день. Жить будет. И вот эта вот вся воскресная школа здесь, Елена Валентиновна, все они молились за нее все. И в монастырь куда-то отправили, чтобы молились. И он говорит, я буду ночью звонить, что умрет. В общем, и она не умерла второй день. Она живет. Мы ее хотели Милана назвать, а была это как покровительница эти дни Анастасия. Разрешительница, кажется, икона. И второй день живет, и уже 17 дней живет. В общем, молитва. Вот, и вы помолитесь тоже, ладно? Ну, давайте. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, у меня есть. Есть у вас молки все. Вот уже бабушка. Прекрасно. Святое Евангелие в подарок, православная церковь. Приобретайте Святое Евангелие. Молитесь, бабушка, о нас. Слава Божию. Ну там вообще очень. Лучше понять, как бы другие.
У вас дома интернет есть? Да. Есть. Возьмите. Там загляните, у нас есть сайт, форум, и на YouTube есть канал. Там можете найти одесский православный лагерь, видеоролики различные. Очень много полной информации для спасения вашей бессмертной души. И вот покажу с этой обратной стороны канал YouTube, форум. Тоже можно задавать вопросы и найти очень много души полезного. Читайте Слово Божие. Спасибо. Слава Божия. Святое Евангелие в подарок. Евангелие в подарок. Православная церковь распространяет. Евангелие, выпущенное по благословению патриарха Кирилла, крупным шрифтом. Очень удобно для тех, кто плохо видит. Святое Евангелие в подарок. Святое Евангелие, пожалуйста, в подарок. Шифровка Евангелия. Вот она, по благословению святейшего патриарха Московской всея Руси Кирилла. От Матфея. А тебя как зовут? От Марка, от Луки, ой, от Яна. Это новое Евангелие. Ну, четверо Евангелия. Можно, да? У меня денег нет. Нет, это бесплатно. Возьмете? Да, конечно. Бог помощи. Да, и вам Бог помощь за добрые дела. Прости души свои. Все деньги сразу. Да. Аккуратненько. Святой Евангелие. Молодого интернет есть? Надо в интернете православный сайт. Ваш интернет это нет? Вам Евангелие достаточно. Володя, молитесь за раба Божия Владимира. Господь спал. Ты зачем фотографируешь? Братья, пожалуйста, я последний еду. Святое Евангелие, подарок, распространяет берут, православная церковь. Берут, берут, конечно. Берут. Где-то есть еще жажда. Святое Евангелие, подарок, православная церковь. Распространяет бесплатно. Приобретайте Слово Божие. Господь призывает читать и изучать Священное Писание. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Святое Евангелие, подарок православная церковь распространяет. Приобретайте даром. Святое Евангелие, даром. Может через что-то как-то увидеть. У нас там форум, сайт и на YouTube канал есть.